Первый в мире человек, достигший 5 полюсов Земли, 5 кругосветных плаваний в одиночку, 17 раз пересек Атлантику, 1 раз на весельной лодке. Знаменитый на весь мир путешественник, сергиево-посадский художник, большой друг телекомпании «Тонус» Федор Филиппович Конюхов отпраздновал свой 70-летний юбилей. Свое первое путешествие Федор Конюхов совершил в 1965 году. 15-летний мальчишка в одиночку переплыл Азовское море. Таким образом, юноша хотел определиться с выбором будущей профессии. Если переплыву, пойду в мореходы. Если нет, в художники. Я переплыл. Я ушел в морское училище, а потом пришлось все равно после морского училища заканчивать еще и художественное училище. По словам путешественника, опасности на пути помогали ему в духовном развитии. Во всех сложных и нередко экстремальных ситуациях Федор Конюхов молился Богу. Понимание важности веры для человеческой души привело его к богоугодным делам, а свой путь он хотел бы завершить в Сергиевом Посаде. Православный город для путешественников всегда был духовной столицей России. В 2005 году на Карбушинской улице в Сергиевом Посаде Конюхов начал строить часовню в память о погибших путешественниках и мореплавателях. За 60 лет Федор Конюхов совершил более 50 уникальных морских и сухопутных экспедиций и восхождений, стал автором более 20 книг и 3000 картин. Его знают и уважают во всем мире. Вышел из Сиднея, и условие такое было замкнуть круг 360 градусов земного шара, в одном месте пересечь экватор и пройти три самых грозных мыса. Это мыс Горм, мыс Доброй Надежды, мыс Луи. Где бы он ни был, везде находит людей, близких по духу. Именно в Сергиевом Посаде Федор Конюхов познакомился с художником, членом-корреспондентом Российской Академии Художеств Василием Кураксой. Встреча с Конюховым вдохновила живописца, и специально к юбилею он написал портрет путешественника. Федору Конюхову, знаменитому путешественнику, исполнилось 70 лет. И мы знаем, что вы недавно написали портрет. Расскажите, как вы с ним познакомились и как проходила работа над портретом? Когда я писал на пленэре осенью, то есть выезжал на работу с натурой, ко мне подошел такой бородатый мужичок и начал со мной общаться. Я сперва его не узнал, подумал, что это священник, поскольку это центр православия. Он давал интервью, рассказывал о городе. Как потом оказалось, он презентовал Сергиев Посад на 200-рублевую купюру. В студии военных художников имени Грекова есть такие внутристудийные работы, посвященные крупным событиям или круглым датам, юбилейным. Идет распределение этих работ. Когда я узнал, что запланировано написание юбилейного портрета по честь юбилея Федора Конюхова, я, конечно же, попросил эту работу сделать, поскольку человек очень разносторонний, и нужно было попытаться передать его вид деятельности. Вот не только же он путешественник, он же еще и священник, художник, писатель. И как полномасштабно было раскрыть вот его портрет, здесь вот стояла такая задача. Было сделано много эскизов по этой работе. Один из эскизов, где Федор Филиппович, как художник, но в рясе священнику, стоит и пишет свою картину после путешествия одиночного плавания на алых парусах кругосветного. Он над этой работой, над этой картиной 2 года. Вот эта фраза: каждый должен зайти на свой духовный Эверест. То есть это тоже известная фраза, любимая. Мы ее как бы включили. Василий Васильевич, большое спасибо за интересный рассказ. Всего хорошего. Работа была продемонстрирована в студии военных художников имени Грекова на выставке, организованной специально для высоких гостей. Министр обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу, помощника президента Российской Федерации, председателя Российского военно-исторического общества Владимира Мединского, начальника Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Игоря Костюкова и директора Департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артема Горнова. Федор Конюхов на своем примере показал, что такое сила русской души. И тому, кто не спасовал перед трудностями, все по плечу. Мне очень приятно было встретиться со своими земляками. Вот так у вас очень уютно. Я чувствую, что мне хочется здесь все чаще бывать. Телекомпания «Тонус» от всей души поздравляет Федора Филипповича и желает покорения новых высот.